Добрый день! Сегодня мы присутствуем на строительстве объекта в Жулебино. Строит компания «Капиталстройинвест». Компания любезно согласилась снять видео о нашем гидроболте, который используется уже в течение полугода. Механик Алексей, приятно. Скажите немного о вашем предприятии, чем занимаетесь, какие работы выполняете. Наше предприятие работает с 2006 года. Предприятие занимается благоустройством территории, значит, очистки прудов, сооружением инженеров коммуникации, водопровода, водостоки и тому подобное. Понятно. На какой технике вам приходилось работать? Ну, мне приходилось работать на технике Volvo, Komatsu, Hyundai, Nippon. Какими гидромолотами вам приходилось работать за время вашей деятельности? Наша компания была предыдущей Volvo, то есть первая. Но приходила с родным гидромолотом Volvo. Это очень хороший тоже молоток, но очень как бы дороговат в обслуживании. Зимой закупили две новые машины и вот эти вот гидромолотки. Гидромолот очень хороший, проблем нареканий нет. Приходило долбить асфальт, бетон. Метр. Он справляется с этим очень легко. Частота, импульс очень сильно хорошая. Удобный в работе. Очень удобный, быстро подсоединяется, быстро подключается, очень легко мажется. Смазка легко осуществляется? Смазка, да, все очень удобно. Молоток комплектовался с маской, ключи, даже в комплекте шел баллончик с собой. За время работы сработал на 5. Хорошо, спасибо большое.